Белинским, на самом деле, людей, чем ближе начало акции, официально на заявленное начало акции, тем людей, насколько я понимаю, все больше и больше. Но так или иначе, трудно подсчитать точное число людей, вышедших уже к чистым трудам. Как думаешь, почему полиция вот пока действует так мягко? Обычно в такое время уже начинают задерживать людей, тут шествие беспрепятственно начинается. Ну, видишь, какая у тебя логика изменена. А почему мы должны бояться полиции? Почему вообще полиция должна заявить? Спасибо вам за повестку. Почему вы должны бояться выходить на улицу? Почему вы должны бояться выражать свое мнение? Почему мы уже знаем заранее, что в судах невозможно добиться справедливости? Искаженную логику, которую долгое время нам постоянно прививает власть и говорит о том, что справедливости никогда не добьетесь. Вы должны бояться сидеть дома, на выборы никуда не ходить, и своих политических представителей права там свои не отстаивать и вообще испугаться. Поэтому сейчас мы вот люди показывают, что они не боятся, они москвичи, они имеют право на мирное шествие. Этот маршрут, по которому сейчас идем, мы уже все время... За любовь! Мы сейчас идем к одним участникам, по бульварам. Имеем право это делать абсолютно мирно. Thank you.
31-я статья!
Акция не санкционирована. Просьба разойтись. Да,
Проведение митинга не согласовано. Просим вас не допускать нарушения общественного порядка и покинуть площадь. Уважаемые граждане, проведение митинга не согласовано. Просим вас не допускать нарушения общественного порядка и покинуть площадь. Мучить людей, видимо, и поэтому они мучают друг друга. Это же мазохизм. Сколько вам платят на телеканале за ваши лошади? Там вопрос задал. Сколько зарплата? С бюджета. А вы? У вас деньги дома в горе. Хватит брать! Хватит брать! Вячеслав, вы большой популярности, у вас хорошо геббельская пропаганда получается. Вячеслав, побольше геббельской пропаганды. Оператору мешайте.